Доброе утро! Сегодня я представлю вам книгу, которая называется «Ты умеешь хранить секреты?». Автор Софи Кинсела, британская писательница, которая является настоящей суперзвездой женских иронических романов. В 60 странах выпущено около 40 миллионов ее книг, которые переведены более чем на 40 языков. Вы, конечно, знакомы с ней по экранизации ее книги «Шопоголик». Вам знакомо это чувство, когда видишь симпатичного парня, и он тебе улыбается, и твое сердце тает, как масло на горячем тосте? Вот со мной то же самое, когда я вижу магазин. Главная героиня и этого романа – молодая современная девушка. Она очень болтлива, и ей кажется, что в жизни ее что-то идет не так. Она уже около года работает стажером в крупной фирме и мечтает стать специалистом по маркетингу, но ее не повышают. Ее родители племянницу любят больше, чем родную дочь. И с парнем вроде бы все хорошо, но что-то не так. Сюжет книги просто незатейлив. Летя в самолете в состоянии сильного страха и боясь разбиться, Эми выбалтывает своему соседу по креслу все свои женские секреты. Если бы она могла знать, что он в дальнейшем станет ее начальником, и что из этого получится. Книга Софи Кинселы очень романтичная и легкая. Она просто наполнена добрым юмором и может составить достойную конкуренцию дневникам Бриджит Джонс, поскольку, как пишет издание Vogue, бесподобная книга о современной женщине. Книга, в которой есть не только юмор и романтика, но и абсолютная достоверность. Безусловно, эту книгу стоит читать, когда наступила долгая и темная осень. Роман получился очень смешной и жизнеутверждающий. Это просто лекарство от депрессии. Рекомендую всем, кто хочет отвлечься и развлечься. Читайте с удовольствием. Ждем вас в муниципальном объединении библиотек города Екатеринбурга.